Добрий вечір, друзі. Це програма «Вперед, Миколаїв». Останній випуск у 2016 році. Році, у якому ми з вами бачили багато звуттях миколаївського спорту та миколаївських спортсменів. Перемоги наших олімпійців Ольги Харлан, Іллі Кваші. Перемоги наших параолімпійців, які також привезли до Миколаєва багато нагород. Стільки чемпіонатів у різних видах спорту. І практично у кожному з них брали участь наші хлопці та дівчата, і практично у кожному з них ми мали своїх переможців та чемпіонів. Ми, звичайно, вітаємо усіх спортсменів з наступаючим новим роком. Ми вітаємо тренерів, тих, хто допомагає спорту, допомагає розвитку спорту на Миколаївщині. Ми бажаємо вам здоров'я, щастя та нових перемог. Але є одне досягнення у цьому році, якого ще не було у новітній історії миколаївського спорту. Це вихід муніципального футбольного клубу «Миколаїв» до 1/2 фіналу розіграша Кубку України. І це маленьке диво для вболівальників нам хочеться згадувати знов і знов. Так, ми вийшли до 1/4 фіналу, а там і Іллічівець. Багато хто не вірив, що наша команда зможе пройти цього міцного суперника, який цього року виглядає дуже і дуже. Але Миколаїв вірив. Вірив та вболівав. Кубковий матч з Іллічівцем підводив черту під першою частиною сезону для нашої команди. 1/4 фінала – это уже историческое достижение МФК, но болельщики, которых в этот вечер на центральном стадионе было больше, чем обычно, ждали и верили в то, что Корабелам удастся не останавливаться на данном этапе. К слову, поддерживали наш клуб те, кто был на трибунах в этот раз, просто здорово. Ну а команда, несмотря на ряд неудач в последних играх чемпионата и критики в свой адрес, настраивалась дать бой лидеру первой лиги и вышла на поединок с невероятным настроем. Стартовый состав и вновь сюрпризы от тренерского штаба «Корабелов». Роман Чумак в воротах, в центре обороны Булычев-Павлов, левый бэк Сартина, а вот на правом фланге защиты тот самый сюрприз. Не знаем, доводилось ли Виктору Бирко когда-либо играть правого защитника, но в этом поединке именно такая позиция была отведена ему Забранским. Идем дальше. Опорный полузащитник Бессалов, атакующие Ковалев, Кошелюк, Саркисян, Рогозинский, в нападении Шаврин. С первых минут на поле завязалась интереснейшая игра. Иллічівець попытался сразу захватить инициативу, очень старался лучший бомбардир этой команды Руслан Кесиль. Несмотря на все это, первый момент в матче создали именно хозяева. Да еще какой. Кошелюк отдал на фланг на Сартину, Дмитрий навесил в штрафную, мяч стрикошетил от газона, а Валеев не рассчитал отскок. Саркисян один перед воротами пробивает Гальчука, мяч с ленточки выносит Дуц, тем самым спасая Иллічівець от гола. Это была всего лишь 6-я минута встречи и эпизод, который заставил Мариуполь заиграть еще сильней. Правда, несмотря на давление нашей команде, с этим напором удавалось справляться. И до 34-й минуты особых моментов у Иллічівця не было. Не было их, правда, и у Корабелов. А вот на 34-й минуте Чумаку пришлось демонстрировать свое мастерство. Дудь длинным пасом нашел Мишнева, тот сбросил на Кожанова, Денис Кожанов далее на Фомина. Фомин первым касанием обработал, а вторым пробил из-под Булычева. Чумак грамотно выбрал позицию и намертво забрал мяч. 39-я минута вновь опасна у наших ворот. Кисиль навесил штрафную, Павлов выбил, но точно на ногу Кольцову, после удара которого вновь уверенные действия от Чумака. На последней минуте тайма и МФК все же удалась острая атака. Ковалев на правом фланге, находясь под давлением защитников, смог отдать на Саркисяна, а Вагев касание вернул мяч Андрею. Подача в район вратарской на Кошелюка. К сожалению, удар с близкого расстояния у Дмитрия не вышел. 0-0. С таким счетом закончился первый тайм, в котором Иллічівець владел инициативой, но не более. Уж очень грамотно МФК играл в обороне. Вторая половина, сценарий тот же. Мариупольцы атакуют, наши обороняются и изредка выходят в контратаку. Опасный момент у гостей во втором тайме на 57-й минуте. Дуц делает диагональ к штрафной Николаева, Сартина махнул мимо мяча и Кожанов фактически вывалился один в один с Чумаком. Здорово пробил, к счастью для нас, чуть выше перекладины. Этот момент стал одним из немногих 100% шансов Мариуполя, ведь дальше практически до конца второго тайма таких вольностей сопернику Николаев делать не позволял, благодаря невероятной самоотдаче и даже ценой травм. Так, на 80-й минуте вынужден был покинуть поле Артем Бессалов, который не смог доиграть матч. Его заменил Юрий Батюшин. Лишь под занавес основного времени Иллічівець смог сильно разочаровать болельщиков Николаева. Мишнев пробил со штрафного в стенку, мяч оказался у Насонова, тот тут же переправил его на Фомина, классный пас в касание и мастерство Кожанова. Выход один в один, но Чумак не менее мастеровит. Роман спасает, а далее арбитр фиксирует фол Кожанова на нашем кипере. Не забиваешь ты, забивают тебе. Вадим Шаврин мог вновь подтвердить это внегласное правило на последних минутах тайма. В контратаке здорово сыграл Батюшин, отдал на Саркисяна, а тот вернул ему мяч и уже находясь в штрафной, Юрий отдал под удар Шаврину. Шаврин в створ не попал. Жаль, дополнительного времени могло и не быть, но не в этот вечер.
В дополнительное время команды играли уже осторожнее, памятуя о том, что любая ошибка может стать фатальной. Но все же моменты, чтобы не доводить до пенальти, были. Правда, только у ильичевца. Так, на 4-й минуте первого экстратайма, после того, как Валеев навесил в штрафную, Юрий Батюшин едва не срезал мяч в свои ворота. А на 115-й ильичевец имел, пожалуй, самый реальный шанс в матче. Павлов вынес мяч из штрафной, Батюшин отдал неудобно на Рогозинского, у которого Кожанов отобрал мяч и вывел Фомина один в один с Чумаком. Стадион замер, но Чумак отдавать путевку в полуфинал не собирался. Второй экстратайм победителя также не выявил. Ильичевец атаковал, наши самоотверженно защищались. Берко получил вторую желтую и досрочно покинул поле. В данном случае оправдано. В общем, 4 тайма победителя не выявили. И всех ждал апофеоз данного футбольного спектакля после матчевые пенальти. Николаев и Мариуполь в 1/4 уже проходили такую процедуру, но у Мариуполя в этом матче не было опытного Худжамова, а у Николаева все вновь надеялись на нашего Романа Чумака. Первым к точке подходит игрок ильичевца Сидоренко и уверенно переигрывает Романа. Ваге Саркисян и его не менее уверенный ответ. Гальчук не смог ничего сделать. Далее очередь поигравшего в различных клубах премьер-лиги Руслана Фомина. Чумак не просто отбил, а намертво зафиксировал мяч в своих руках. К радости всех николаевских болельщиков. У нас очередь Шаврина. Несколько неиспользованных моментов форварда в основное и дополнительное заставляют изрядно понервничать. Но Вадим снимает все вопросы о своем хладнокровии, разведя мяч и вратаря по разным углам. 2-1 наши повели. Мишнев готовится пробить у Мариуполя. Удар, и мяч проходит рядом со штангой. На трибунах все понимают, что может случиться, если наши будут забивать. Дмитрий Сартина устанавливает мяч, бьет. Гальчук угадывает, но сфера все же в сетке, а это уже 3-1. Козак дальше у Мариуполя. Этот футболист спокойно реализовал свой удар. И вот решающий момент. Мяч берет Юрий Батюшин. Его удар может стать последним в этом противостоянии. И Юрий не оставляет шансов Гальчуку, да и всей команде гостей. 4-2 по пенальти – это победа. На трибунах эйфория, Батюшин оказывается в объятиях николаевских ультрас. Тут же еще несколько игроков бегут поздравлять Юрия. Юр, надеялись сегодня на победу? Все-таки букмекеры и специалисты ставили на ильичевец. Ну, мы не смотрим на букмекеров, мы смотрим на свою игру, знали, что на кубок мы всегда с любой команде дадим бой, поэтому тут без вариантов, победа есть, болельщики довольны, все рады, мы сделали историю. Что в душе у футболиста, который подходит бить пенальти, ну, решающий пенальти, что там происходит? Спокойствие и уверенность. Был на 100% уверен, что забью, и мы пройдем. А дальше вот это вот знаменитое ощущение счастья. Радуются все болельщики, команды, тренеры, руководство клуба, в общем, все. Команда отдала все силы и даже больше. И, несомненно, все свое мастерство продемонстрировал Роман Чумак, в очередной раз доказав свой высокий класс. Вновь пенальти. Это уже какая по счету серия после матчевых пенальти? Четвертая серия. Как сегодня нас... Это эмоции, друзья. Как сегодня настраивались? Как обычно, ничего нового. Все, один настрой такой же самый, схема та же, план тот же. Он действует, значит, все хорошо. Ну, а вот тот момент, когда подходил Фомин, все-таки такой игрок, как удалось в этом эпизоде? Я знаю, как не удалось, я это не скажу, но я знал, что он будет бить туда. Самое главное, мы поздравляем вас с победой, и теперь полуфинал. Будем дальше болеть за вас, Ром. Спасибо огромное за этот результат. Вот так МФК Николаев, сотворив очередное маленькое чудо, вершит новую историю нашего клуба. На радость всем, кто их, несмотря ни на что, поддерживает. Полуфинал Кубка Украины. Вы только это представьте. Якщо це вже останній випуск у 2016 році, то я від усієї нашої команди програми «Вперед, Миколаїв» хочу привітати вас, любі глядачі, з наступаючим Новим роком. У 2017-му, по-перше, хочеться побажати вам, щоб нарешті в нашій країні настав мир. Хочеться побажати вам щастя, здоров'я, добра та любові. Друзі, не забувайте вболівати за миколаївський спорт. І саме головне, з новим 2017 роком!